Ну что ж, у нас все готов контракт. Угу. Тогда остается, как говорится, его сконтрактить. Раз. Два. Три. Плохой сход. Самый хреновый. Это USPS Serum. Хреновый сход. Фигня. Ну что поделать. Вообще фигня. Пять. Шесть. Железная роза. Да, те же самые коллекции, просто другие. Ага. Ну, гемоглобин-то знакомая. Знакомая история. Да. Давай с тобой попытаемся отвернуться. Добрый. Готов? Готов. Про два. Это из коллекции номер два. У нас остался последний третий крафт. Ну вот этот фигня. Посмотри, еще череп. Че тут слепое пятно? А, кто это придумал? Давай сейчас ты отвернешься, а я не буду отворачиваться. Ну хорошо. Ну вот смотри, нам надо, чтобы из зирки выпало. Да. Выпало либо изумруд дракон, либо океанская пена, либо графика. Да. А я-то думал, он другой. Я тоже. Он сначала-то не окрасил. Я думал... Ну вот так. Контракт страшный. Кстати, он не сильно дорогой, но страшный, потому что, в принципе, мы тогда провалим все, то, что сегодня сделали. Не такой уж видишь, он вспомогательный. Ну страшно, эти пушки я большим трудом достал. Что-то разговоров было. Вот так вот. А, гвоздь в крышку гроба. Я так не знаю. Да. Это расплата за М4 предный кладь. Бамбуковые заросли? Да ладно. Вот это да. Интересно, кто не играет. Нет, это все мы пытаемся выбить, знаешь, что вот отсюда карамельное яблоко. Это нам годится. Это единственное, что нам годится. Все остальное, ну как постольку-поскольку, в принципе. А вот. Мы можем сейчас удвоиться, а можем нет. Нам надо, чтобы вот из этих вот вещей выскочило карамельное яблоко из трех. Ну, давай. Раз, два. О! Это прекрасно! Опять вот тащатся сюда! Я плачу. Это первая удача сегодня. Как поздно она пришла.